Ураганный ветер в минувшую субботу потрепал не только кровлю домов, рекламные вывески и дорожные знаки, но и нервы ивановцев. Ненастье оставило без электроснабжения жителей четырех районов – Ильинского, Ивановского, Лежневского и Гаврилово-Посадского. Всего под аварийные отключения попали 50 населенных пунктов. 1945 домов с населением 4472 человека и один социально значимый объект. Последствия разгула стихии удалось устранить лишь спустя сутки. Для ликвидации последствий происшествия привлекалась группировка сил в составе 51 человека личного состава и 23 единиц техники. От МЧС России привлекалось 12 человек личного состава и 6 единиц техники. В 8 часов вечера 22 апреля все потребители были записаны по штатной схеме.